Да что же вы такие неудержимые, а? Да еще и 4, да еще и в 2023 году. Уже в кинотеатрах. Мы с удовольствием посмотрели «Неудержимых 4» и первую, и вторую, и третью. Ну, они скоро на канале, кстати, их нет на канале. Это странно. Таких попробую удержи. Режиссер Скотт Во. Для него это впервые снять такой блокбастер с такими ля. Холлиудом практически. Но у него есть 200-летний человек и 3 сам, между прочим. Есть за что побороться. Бюджет только в 100 миллионов бакинских, вы только представьте. А эти деньги можно было потратить на что-нибудь хорошее, доброе для людей. Но, тем не менее, премьера в России 21 сентября 2023 от Global Film. Ну а премьера в мире уже 8 сентября состоялась 2023 года. Ну, сейчас он в кинотеатрах уже совсем-совсем скоро. Собственно говоря, начиная с сегодняшнего дня. Стэттем, Сталлоне, 50 Cent, Фокс, Лунгрен, Джа, Уилсон, Кутюр, Гарсия. Можно вот даже вот так вот продолжать дальше. Но тем не менее, эти все актеры здесь. 3 части. Если кто не смотрел, обязательно просмотру. Ну, всем, кто любит такие боевички, на... Один разочек с попкорном, с кока-колой и чисто отдохнуть. 6 баллов получает этот фильм, он того достоин. Неудержимые несут потери. Барни Росс выбывает из строя, увы. Али Крисмас отстранен от будущих операций. Да что ж такое. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб, но и они терпят поражение и попадают в плен. Ту, ёлки. Теперь Ли Крисмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию неудержимых. Да все будет зашибенно, но это же неудержимое. Ну, конечно же, здесь снялась ведьма Меган Фокс. Как же без этой порной актрисы? Конечно, она в порнухе не снималась, но она просто, она обязана быть в порнухе. Ну и другие актеры снимались в этом фильме, которых я уже заранее озвучал. А Рендри Кутюр был, а Джейкобс Скопио не было. Еще 37 актеров. Ребята, это «Неудержимые 4» на один разочек, как говорится, боевичочек на вечерочек. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Но если с помощью автора Наталья, будем очень признательны. И welcome back!